Чувашия получила награду за лучший образ экспозиции на выставке «Россия», проходящей на ВДНХ. Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко наградил регионы, которые ярче всех проявили себя в череде дней регионов, проходивших на ВДНХ с начала ноября до середины января. День Чувашии состоялся 1 декабря. Наша республика удивляла гостей чувашской свадьбой, национальными блюдами, интерактивами, играми, музыкой и танцами. И сейчас Чувашия была удостоена главного приза в специальной номинации «Образ выставки». Между тем, голосование еще продолжается. Каждый может посетить экспозицию нашего региона на ВДНХ и оставить свой отзыв.